всем доброго времени суток, дорогие товарищи, а также зрители нашего канала. С вами снова я, Иосиф Виссарионович Джугашвили, и мы проходим настоящую симуляторную игру, которую подарили мне товарищи из-за бугра. Называется «Успокойся, Сталин». Сегодня я буду проходить эту замечательную игру вместе с вами, дорогие подписчики. Слот один. Хорошо. Курение несколько раз подряд более эффективно. Это моя рука. Приблизьте руку к кнопке, чтобы угрожать врагам. Угрожаю. Нажмите правую кнопку мыши, чтобы выбрать другую руку. Возьмите трубку и покурите, чтобы уменьшить стресс. Как курить? Сам курить. Нажмите пробел или среднюю кнопку мыши, чтобы бросить предмет. Угрожаем врагам. Не дайте часам вторжения дойти до 12 до конца уровня. Угрожаю врагам, надо покурить. Хорошо. Получен телефон. Отвечайте на звонки, чтобы повысить целостность государства. День один. Война на пороге. Сегодня начинаются бесконечные угрозы противнику ради мира. Не могу поверить, что только они... Что они только сейчас провели мне телефон. Нужно сделать пару звонков. Хорошо. Что там другой кнопка был, я не знаю. Почему эта табличка на английском языке? Нехорошо. Кто мне сделал такую табличку? Надо угрожать врагам. Посмотрите, как они хотят вторжение делать. Алло. Это кто такой табличку мне сделал? Расстрелять его. Понятно вам? Все, хорошо. Угрожаем врагам. Стресс давить не могу. Покурить надо. Несколько раз давай. Еще хочу. Еще давай. И слушай. Что ты хочешь от меня? Вот так буду рукой делать. Буду угрожать врагам. Хочу нажимать кнопку, хочу не нажимать. Обман такой. Усталость есть государство минус. Получена лампа. Повышает стресс, когда мигает. Ударьте, чтобы починить лампу, да? Хорошо, это что? Делать важные государственные дела и повысить государственную целостность. Вот наша шкала государства, наверное. Занимается только наиболее сложными делами, чтобы расслабиться и уменьшить стресс. Открывает декоративный предмет. Это значит, стресс уменьшает, это повышает государственные дела, это сюжетная линия. Будем дальше делать. Курение несколько раз подряд повышает снижение стресса. Это хорошо. Надо угрожать врагам. Где мой телефон? Нету телефона, это радует. Это что такое? Лампа мигает. Угрожать. Стресс давить не могу. Эта лампа мне мигает. Раздражает сильно. Не могу так смотреть на нее. Видеть тебя не могу, лампа. Пошел вон отсюда. Кто тебя сделал? Расстрелять его, к чертовой бабушке. И бабушку твою тоже расстрелять вместе с лампой.
И что такое ты мне раздражаешь? Убери ты эту лампу отсюда. Ху, пройдено. Уровень пройден. День третий пытался привыкнуть к новой лампе. Она мигает. Она мигает, я понимаю. Собрать министров и офицеров и приготовиться к защите Отечества. Тир плюс 5, интеллект минус 10. Прок плюс 7, эффекты. Хорошо. Отвечайте на звонки, чтобы повысить целостность государства. Хочу курить. Опять эта лампа здесь стоит. Мне не нравится эта лампа. Хочу убрать эту лампу. Угрожай врагам. И слушай. Не делай мне голову. Сволочь такая. Алло. Кто эту лампу сделал? Приведите мне его сюда. Я его расстреляю лично из трубки. Понятно вам? Положи. Товарищ Лампов, это что такое? Зачем я выбросил трубку, я не знаю. Надо угрожать врагам. Эта лампа меня раздражает. Слушай. Опа, опа. Ать. Потанцевал немного, надо стресс уменьшить. Лезгинка танцевать надо. Так. Опа. Алло. Не могу говорить. Враги наступают. Надо остановить вторжение. Тихо, тихо. Тихо назад. Назад всем. Всем назад. Я нажму эту кнопку. Нажму. Нажму. Отойдите назад. Границы наши. Надо курить. Стресс давить не могу, телефон звонит, лампа мигает, что делать, да? Все, закончилось, хорошо, государство минус ушел, усталость плюс, получена водка, выпить, чтобы существенно понизить стресс, это хорошо. Собрал министров и офицеров, чтобы обсудить положение дел. Почему я должен покидать кабинет, чтобы выпить? Назначил офицера. Ответственного за выпивку. Хорошо. Мигающая лампа существенно повышает стресс. Я это вижу и так. Что это? Давай. А, хорошо, водка. Отца! Посмотри на мое лицо. Я спокоен. Я могу нажать эту кнопку любой момент. Вам надо уходить. Товарищ Черчилль, товарищ Рузвельт, покидайте мою территорию, а то я нажму эта кнопка, и ваше государство станет радиоактивный пепел. Сила за нами. Тихо назад. Назад я говорю. Вы что такой дерзкий? Как пуля резкий. Усталость плюс, прогресс плюс. Надо отдохнуть немного. Вот это отдых, да? Отдохните, и государственная целостность существенно упадет. Нет, нет, а не надо. Так, что выбирать? С, Б, Б, С. Что, не знаю, давайте Б. Потом С и потом А. Хочу водка. Аца! Угрожаю врагам. Да. Хочу новые подписчиков. Хочу много подписчиков. Хочу лайки под этим видео. Хочу новую лампу вот эту вот. Расстрелять его производителя. Чтоб тебя, а, зараза такая. Дай мне водка, скорей. Скотина такая. Ой, не могу, стресс давит.
Товарищ Ленин бы придумал что-нибудь, да? Да-да, я слушаю. Приведите мне новую лампу, принесите мне. Не могу разговаривать. Угрожать врагам. И что у тебя, сволочь, такая странная лампа? Да. Что ты хочешь? Мне звонишь каждый день, и хватит уже! Пошел в жопу. Не могу я уже. Эта лампа меня доконает. Стресс давит. Стресс очень сильно давит. Да. Что ты хочешь? Я тебя расстреляю, если еще раз позвонишь мне. Понятно тебе, товарищ? Эй, слушай, где водка? Алло. Ты чё, тупой, что ли? Хватит мне звонить. Ну-ка назад. Государство минус, усталость минус, отдохнули немножко. Получена картина. Мой товарищ Ленин Ульянов. Хорошо. Существенно понизил усталость целостности государства. Ценой целостности государства. Ну, это не страшно. Я думаю, можно делать А. Потом делаем С. О, господи, опять эта лампа. Вернее, товарищ Маркс. И Энгельс, это опять эта лампа. Выпьем за то, чтобы враги не вторглись в наше священное и сильное государство. Ах! Угрожать врагам. Я спокоен, я хорошо себя чувствую. Посмотрите на мое лицо. Я великолепный себя чувствую. Вот так. Да. Хорошо, угрожать врагам. Этот лампа мне надоел. Алло, да. Не надо мне отвлекать от важных государственных дел. Давай заканчивать этот разговор. Надо врагов отбросить назад от наших границ. Видите, что делает один красный кнопка? Это хорошо. Слушай, лампа. Не делай мне мозг, да? Хватит. Чуть не нажал кнопку. Товарищ Сталин немного устал уже. Алло. Хочу новую лампу, хочу подписчиков и лайки, я уже говорил. Опять государство упало. Получить наган, повышает целостность государства при успешном использовании. Дим 7 продолжил использовать наше военное превосходство для угроз врагам. Хорошо, С сделаем, повысим чуть-чуть целостность государства. Опять тот же интерьер, телефон, кнопка, водка и лампа. Еще хочу, еще. Алло. Да вы что? Как так? Этот товарищ Хрущев, надо его расстрелять.
не нравится он мне. Такую лампу мне прислал. Это что за безобразие? Алло. Что-то говорит мне, я уже не знаю, что он мне там бормочет. Надо угрожать врагам. Алло. Да. Нет. Нет. Хватит. Хватит мне базарить в уши. Дай мне водка. Стресс давит, нужна водка. Эта лампа бесконечно мне раздражает. Бесконечно. Да. Алло. Слушай, принеси мне новую лампу, это надоел уже. Реально уже светит, не мигает здесь, надоел. Пошел в жопу. Сорвался товарищ Сталин, я нажал случайно кнопку. Фу, надоел уже, дай мне водка. Хочу новую лампу, хочу подписчиков и лайки. Я выпил, нет, не знаю. Да. Ты слушай, ты мне надоел уже. Что ты там мне бормочешь постоянно? Я не хочу тебя слушать. Пошел в жопу. Водку дай мне. Эта лампа уже надоел уже. Это как так нахрен, эй? Запарил уже. Смотри, какой неугомонный, а, лампа, и ты телефон тоже надоел мне. Да, да, что такое? Хватит уже, пришли мне новую лампу, я расстреляю вас всех там, чертовой матери. Посмотри, мигай уже, надоел ты мне, дай водка. Ты офицер, ответственный за водка. Да. Это реально уже раздражает все. Мне надоела эта игра. Оно раздражает мне, лампа особенно. Пошел в жопу. Угрожать врагам надо. Надо остыть. Остыть надо, немножечко покурить. Вот так. Хорошо. Поглажу живот, чтобы немножечко успокоиться. И покурю немножечко. Поглажу усы себе. Ну что такое? Как так? Муха увеличивает стресс. Это что еще здесь? Муха будет. Это плохо. Хорошо, я водка не буду заказывать. Сейчас. Закажу водка посередине. Посередине вторжения. Алло. Да. Да, да, я слушаю, что ты говори уже быстрей. Пошел в жопу. Эта лампа меня доконает уже, у меня инсульт уже скоро будет. Алло. Расстрелять! Алло, товарищ Солженицын, отправьте его работать, валить лес. Хочу, чтобы он отправился в путешествие. Чтобы тебя лампа такой. О, господи, что мне делать? Этот лампа меня надоел уже. Что мне только лампу стукать вот так вот надо и все. Где водка, да? Мне нужна водка. Отца!
Eta! Eta! Вперед, товарищи! Алло. И осталось чуть-чуть до вторжения, только не нажимай мне кнопку опять телефоном. Стресс опять давит мне. Я не могу. Надо покурить срочно. Несколько раз надо курить. И вот эта лампа мне доконает уже. О, государство плюс усталость высоко вышла. Прогресса нету, продолжить. Полученные флаги. День 8 повысил целостность государства, весь день занимался делами. Я думаю, на сегодня это все, дорогие товарищи. Увидимся в новых сериях, где мы будем успокаивать меня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи. Пока, ребята.